Слушай, игра достаточно плотная была. В конце четвертой четверти вывели плюс 7, потом вышел 35-й номер Бруклина и да, сравнял счет. Как можешь это прокомментировать? Слушай, ну игра вообще очень тяжелая. У нас все игры с Бруклином, что были, очко в очко, любая игра. Ребята очень сильные, да. То есть, несмотря где-то, может, на отсутствие и потерю там Сережи Бондарева, там, Германа Сурженко, но все равно ребята очень стараются. Видно, что игра строится очень грамотно у них. Вокруг лидеров, вокруг Альберта Башана, Ермакова, второго номера. Поэтому очень тяжело. Мы, конечно, где-то мои замены были немножко неверны, да. Старался дать лидерам отдых. Вот, но немножко мы в защите начинали проседать. Поэтому вот этот отрыв нивелировался. Как думаешь, были какие-то изъяны в вашей сегодняшней игре? Или, да, в принципе... Да, у нас еще, конечно, полсостава после летней лиги изменилось. Достаточно сложно еще пока сыгрываться. Но не из-за того, что ребята не понимают друг друга. Просто какие-то моменты не можем прийти к общему пока. Поэтому вот в плане паса очень рано атаки мы начинаем. То есть это будем убирать. Я думаю, это будет несложно убрать. Искоренитель, да. И в хорошем боевом состоянии будем дальше подходить к следующим играм. Спасибо.